Познакомьтесь с Ластри. Многофункциональный стульчик для кормления, с которым повседневная жизнь становится простой, приятной и полной радости. Быть активной мамой непросто, особенно когда малыш всегда хочет видеть вас. С Ластри не нужно об этом переживать. С этого ракурса все отлично видно, а с мягким вкладышем всегда комфортно. В шезлонге ребенок может спокойно лежать или радостно играть. А мне не нужно беспокоиться о его безопасности. С такими приятелями мой малыш точно не соскучится, а у меня есть время для себя. Немного отдохнем после игры и гимнастики. Еще минутка, и придет время для заслуженного сна. Малыш растет, но Ластри по-прежнему является его любимым предметом мебели, потому что он полностью подстраивается под ребенка. Благодаря простой регулировке подставку для ног и поднос можно идеально отрегулировать в соответствии с возрастом и ростом ребенка, а высоту стульчика для кормления – со столом. Ага, похоже, что здесь кто-то голодный. Обожаю время, проведенное за столом вместе. В этом стульчике для кормления еда еще вкуснее. От пятнышка до пятнышка. Спокойствие. Здесь я все уберу с легкостью. Салфетки и другие необходимые вещи у меня всегда под рукой. Обед в животике – значит, причитается награда. В этот раз это карандаши, спрятанные в кармашке. Еще какие-то преимущества Ластри? У стульчика для кормления великолепный дизайн, который подходит под все. Благодаря ему я могу даже спокойно поработать. Это идеальное и комфортное место для моего малыша, а также отличная поддержка для меня. Kindercraft. Easy with kids.